Поступить в университет международного бизнеса первокурсница Дарья мечтала еще со школы, выбрала журналистику. Любит писать. Чтобы запомнить День знаний, вместе с одногруппниками решила принять участие в акции телеканала «Мир» 1 сентября на «Мире». Идею Дарьи поддержали танцевальным флешмобом. Мы хотели показать, что наша группа очень сплоченная, активная, дружная. Мы связаны одной цепью журналистики. И мы очень надеемся, что нас увидят другие страны СНГ. И также мы очень хотим победить все-таки. Журналистика – это очень интересная профессия. Она всегда связана с риском, с опасностью, с адреналином. И я очень хотела бы стать будущим военным журналистом. Почему? Потому что мне это интересно. Мы сразу решили, что будем участвовать в этом. То есть не было за и против. Все сразу – да, мы участвуем безоговорочно. Уже зимой студенты пойдут на первую практику. Среди них будущий журналист Иван. Он учится в Казахском университете международных отношений и мировых языков. Привет, скажу мое имя! 1 сентября на мире! Имя Forever! Селфи с друзьями выкладывает в соцсетях под хэштегом 1 сентября на мире. Мы хотели показать то, что мы присоединяемся ко всем школьникам, ко всем студентам стран СНГ, то, что 1 сентября – это наш единый праздник. Мы все начинаем второй, ну, допустим, мы начинаем второй курс, кто-то начинает первый класс, кто-то заканчивает, кто начинает 11 класс и так далее. Акции на мире будущие корреспонденты подошли творчески, придумали танец, совместили народные и современные элементы. Кирилл Харламов, Асхат Тастанкулов, Мир 24.